БМОТ – российская тяжелая боевая машина огнеметчиков. Предназначается для транспортировки вооружения и личного состава огнеметного отделения при контакте с противником. БМОТ представляет собой довольно редкий вид бронетехники – тяжелый бронетранспортер на шасси боевого танка без башни. Близким аналогом могут считаться израильские «Ахзарит» и «Намер», а также разрабатываемый Т-15. Боевая машина огнеметчиков создана на базе узлов и агрегатов ОБТТ-72. БМОТ разделена на два отделения – моторно-трансмиссионное и отделение управления, которое совмещено с десантным отделением. Над обитаемым отсеком имеется коробчатая броневая надстройка. В отсеке находятся два члена экипажа – механик-водитель и командир –